добрый вечер, господа. Будь из точки до вечности, слова не считаются, болезнь безупречности от нее избивается. Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь водит, чтобы заставить взять себя в руки. Я же знал, что все этим кончится. Со всеми случается. Ему цена одиночества, иначе не получается. Страшно от слабости, страшно проснуться. Счастье в бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, оно умирает со кабан идет, он, смотри, еле-еле. Красавчик. Так медленно. Я сегодня выложила, сейчас в Телеграм выложила. Это техника медитации отпускания прошлого. Два часа с половиной в пробке стояли. Что-то случилось, его чистят. Что-то серьезное, видать. Солярочку разлили или масло. Фух, полетели. Воскресенье сегодня, пустая дорога. Пустая дорога, я должен пролететь был этот Торонто. В будние дни я тут за 40-50 минут его прохожу. А сегодня часа 2,5, наверное. Торонто только. Ужас! Ну ничего, едем. Едем в Монреаль. 800 км на сегодня. Думал, в воскресенье хоть будет поменьше машин. Смотри, что творится. Ужас. Торонто. Сколько машин. Мама не горюй. Мама не горюй. Два. Или три. Тьма. Вот это уже забитый паркинг считается. В Канаде. Смотри, сколько места. Вот для европейцев вы тут. Ты че? Тут можно еще пожеваться и пожеваться. А они под забором уже нельзя вставать. Паркинг запрещен. Вы гляньте, какое поле. И это он уже заполненный, все, уже нема где стать. Я уже стою с нарушением под забором. Прикол. Прикол. Hey, почему он сказал такую вещь? Why did he say such a thing? Why did he say such a thing? Смотрите, другая полезная формула.
such, далее артикль e, или же n, плюс прилагательное, плюс исчислительное, в нижнем числе исчисляемое. Это важный момент. То есть, да. Так, сегодня у нас на тесте две такие приблуды, бла-бла-бла-бла, потому что телефон на торпеде, все дребезжит, репит, громкая связь, плохая связь. Сегодня у нас две индийские приблуды, но у них тюрбан на голове, у индуса, вот это упирается, ну померяем, посмотрим, как оно будет работать. А сегодня у нас 925 км, трасса, полетели. Смотрите, прикол, набились тут уже в два ряда. Уже в жопу повтыкались. А я-то знаю этот паркинг. Этот канадский паркинг. Сейчас поедем дальше. Увидите, сколько там мест. Тут уже забито. Стоят гаврики. Вон там понятно, на-на. А дальше какой плацик. Ну, сегодня подзабитый. Обычно тут всегда есть место. Я думаю, сейчас мы найдем. Ну, обычно там забито. Жопа в жопе, сюда заезжаешь. А здесь гуляй конем. Ну, сегодня, как ни странно, подзабили и здесь. Ребятки. Паркинг Кембридж. Редкое явление. Но есть места. Вот местечок. Вот местечок. Есть места. Вот местечок. Ну и вот, чтобы мы тут без проблем. Раз. И заплыли. Главное смотреть, чтобы не было рефов по сторонам. Поехали туда, гуляй конем. Смотри, сколько места. Сколько места. Не знаешь, куда встать даже. Вот, смотри. Четыре места сразу. Выбирай каравай. Вон там мест куча. Там, ну короче. Во. А, молотит, молотит вот стоит. Ты видишь? У них машины идут без этих, блин. Без автономки. Прикол какой-то, короче. Он будет стоять молотить сейчас всю ночь. Ладно, сейчас подвинемся куда-то. А вон РЭФ стоит. Надо все цинковать. А вон автовоз. Можно туда к автовозику стать. Поеду, короче. Не хочу я стоять около того, блин, дракона. А если старый Питер Билл то такой заедет и не глушится, то это, короче, вообще жесть. Это такой трактор. Новенькие тачечки. Ты шо, красавчики. А мы сейчас станем между двух бочек. Конечно, опасно. Но... это лучше, чем слушать движок целую ночь. Станем между двух бочечек. Так-то лучше. Добра ночь. Час ночи, это о том, что я говорил. Дракон заехал старый. И не глушит. Прикинь, рядом чуваку спать там. Это жесть. Ну так лучше, наверное.